1570 год, невисокосный год, начинающийся в четверг по григорианскому календарю. Это 1570 год нашей эры, 570 год 2 тысячелетия, 70 год 16 века, 10 год 7 десятилетия 16 века, 1 год 1570 годов. События 17 июля, учреждение Вильны иезуитской коллегии, впоследствии преобразованной в университет. Мир Дании и Швеции, сохранивший статус-кво на Балтике и право датчан на торговлю с Россией через Нарву. Иван IV создал в Ливонии вассальное королевство во главе с датским принцем Магнусом, женатым на его племяннице. Иван нанял на службу датских каперов для борьбы с польским и шведским каперством. 21 августа, начало осады Ревеля войсками короля Магнуса в ходе Ливонской войны, привилегия Готарда в Курляндии. Ленные владения помещиков превратились в наследственную собственность. Папская булла об отрешении Елизаветы I от власти, отлучении католички и освобождении подданных от присяги. Армия Карачони была рассеяна венгерскими феодалами и турками. Шпейерский договор. Князь Трансильвании Янош II Заполье признает сюзеренитет Максимилиана Габсбурга, взамен получая часть королевства Венгрия. Около 1570-1900 династия правителей Ашанти. Мирный договор Китая с Султанханом для торговли с монголами, открыт рынки в пограничных пунктах. Около 1575 племен иракезов образовали союз, лигу иракезов родились. СМ. Также категория, родившийся в 1570 году Гудзон Генри, английский мореплаватель начала 17 века. Липперсгей Иоанн, голландский очковый мастер немецкого происхождения, наиболее вероятный изобретатель телескопа. Позмань Петер, кардинал, венгерский философ-оратор, положивший начало венгерской литературной прозе. Петр Канашевич Сагайдачный, кошевой атаман Запорожской сечи, Сарачини, Карло, итальянский художник. Фокс Гай, английский дворянин, католик, самый знаменитый участник порохового заговора против английского и шотландского короля Якова I в 1605 году. Янсен Вильям, голландский мореплаватель, адмирал, первый из европейцев, достигших берегов Австралии, скончались. СМ. Также категория, умерший в 1570 году Бардани, Парис, итальянский художник венецианской школы, представитель маньеризма. Дилорем Филибер, французский архитектор эпохи Возрождения. Он отстаивал сочетание ордерных элементов с готическими, широко использовал французскую колонну, деревянные фермы, килевидные кровли. Кардавера Машей, известный каббалист, представитель цацкой школы каббалы. Корнилий Псково-Печорский, игумен Псково-Печорского монастыря, убит царем Иваном IV Лоредана Петра, 84-й венецианский дож. Приматичча Франческо, итальянский живописец, архитектор и скульптор. Сансовино Якопо, скульптор и архитектор эпохи Высокого Возрождения. Ларис Франц, голландский живописец и гравер. Штаден Ханс, немецкий ландскнехт и моряк, дважды путешествовавший в Южную Америку в составе испанской и португальской экспедиций конкистадоров. Басманов Федор Алексеевич, опричник, сын Алексея Даниловича Басманова, фаворит и предполагаемый любовник царя Ивана IV Грозного.